20 лет на высоте. Авиакомпания «Полярные авиалинии» отметила юбилей, где вспомнили первые полеты летчиков, а также отметили лучших работников. Стоит отметить, что ежегодно авиакомпания совершает облеты охраняемых природных территорий, а география полетов компании охватывает более 80% от всей территории республики, включая отдаленные арктические улусы. Сегодня авиапредприятие выполняет регулярные пассажирские рейсы по 38 межулусным направлениям и более 130 направлениям по внутриулусным маршрутам. В 2016 год мы закончили с хорошими результатами финансовыми. Чистая прибыль на 30% выше, чем в 2015 году. Этот год юбилейный, мы тоже начали неплохо. Первый квартал, 4 месяца мы отработали уже с прибылью. Как год пойдет дальше, я пока не могу сказать, да, но есть уверенность в том, что мы и этот год закончим с положительным результатом и с высоким уровнем безопасности полетов.